Я, актер Константин Райкин, с тревогой и болью слежу за судьбой Юрия Дмитриева, замечательного, высочайше порядочного, мужественного человека, занимающегося важнейшим, необходимейшим, благороднейшим делом – восстановлением справедливости и памяти и человеческого достоинства. Со справедливостью плохо в нашей стране. Отстаивать ее, ее защищать, добиваться ее не просто трудно, но и опасно. И свидетельство этому вот судьба Юрия Дмитриева, который уже во второй раз подвергается политическим преследованиям. Ему предъявляются подлые, незаконные, придуманные обвинения, сфабриковано дело. И это терпеть невозможно. Невозможно, это преступно недопустимо по отношению к элементарным правилам морали человеческой и по отношению к тем высоким духовным традиционным ценностям, о которых так много и, в общем, бессмысленно говорят в самых разных инстанциях, из самых высоких трибун. В поддержку Юрия Дмитриева хочу прочесть стихотворение Осипа Мандельштама. «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав, жаркой шубой сибирских степей, чтобы не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет».